Дом 2 в свое время бил все рейтинги по просмотрам. Шоу можно было либо любить, либо ненавидеть. И хейтеры, и поклонники все равно следили за происходящим на телестройке. Мы решили вспомнить самых ярких участников. Удалось ли им построить жизнь своей мечты за периметром? Виктория Боня. Виктория Боня пробыла на «Доме-2» относительно недолго. Сразу было понятно, что девушка пришла за популярностью, а не отношениями. После прощания с проектом Виктория попала в мир шоу-бизнеса и познакомилась с миллиардером, от которого впоследствии родила дочь. Их союз распался, но Боня прочно обосновалась в Монако. Ей удалось стать одной из самых медийных персон в России. Только в социальных сетях на нее подписаны более 6 миллионов человек. Нелли Ермолаева. Нелли во времен проекта Делала ставку на успех. С Никитой Кузнецовым, за которого девушка вышла замуж на «Доме-2», у героини ничего не сложилось. Она быстро нашла себе нового состоятельного супруга. Сегодня Нелли Ермолаева раскрыла свой творческий потенциал на максимум. Она и телеведущая, и бизнесвумен, и актриса, и певица. Точка, ей даже доводилось вести крупный концерт в стенах Кремля. Алена Водонаева. Алена Водонаева с первых дней на проекте зарекомендовала себя в качестве яркой и эксцентричной участницы. Так как по образованию Водонаева, Данаева, журналист, то и после «Дома-2». Она продолжила работать в качестве автора для глянца и телеведущей. С годами внешность Алены сильно изменилась, но по натуре она осталась прежней, ничего не стесняющейся и дерзкой. Влад Кадони. Влад Кадони стал популярным как раз благодаря проектам ТНТ. Да, дома 2 Он был участником «Битвы экстрасенсов». К оккультным наукам его привела мать. Ясновидящая Елена Голунова, кстати, тоже героиня. Битвы на стройке. Кадони создал эпатажный образ и не редко конфликтовал с другими героями. Много лет спустя он занял место ведущего «Дома-2» вместе с Ксенией Бородиной. Елена Бушина Елена Бушина провела на телестройке третьего года. Во времена проекта Бушину упрекали за склочный характер. У нее не складывались отношения ни с одним избранником. Свою вторую половинку яркая участница нашла за периметром. Елена вышла замуж за бизнесмена, родила детей и посвятила себя семье. У девушки нашлось время и для своего бизнеса. Бушина занималась производством детской одежды ольга солнце ольга солнце николаева была одной из первых участниц на доме 2 несмотря на бунтарский нрав она дважды становилась королевой проекта а также получила в подарок от организаторов машину и квартиру ольга всегда увлекалась музыкой даже гимн дома 2 тот самый про 15 клевых людей был создан именно ей александр габозов александр габозов то уходил с проекта то снова возвращался на него он вместе со степаном Менщиковым и романом третьяковым стал чуть ли, ли лицом дома 2. После проекта Габозов попробовал заниматься бизнесом и сетевым маркетингом, женился и стал отцом. Однако в жизнь мужчины вмешалась тюрьма. Александру дали полтора года заключения по делу о разбое. Марина Африкантова. Когда Марина пришла на проект, она уже была состоявшейся моделью и обладательницей титула Мисс Москва 2012. Девушка едва не вышла замуж за другого участника. Андрея Чуева. От свадьбы ее отговорила мама. Свое счастье Африкантова обрела с романом Капоклы. Правда, их отношения в итоге привели к разводу и оказались красивыми только по фотографиям в сетях. Сейчас Марина живет свою лучшую жизнь, много путешествует и ходит по телешоу.